Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Фронтальная ложбина разделила антициклон на юге Сибири, а далеко на северо-западе уже видна активность атлантических циклонов, разгоняющих волны тепла и холода. Далее более подробный прогноз. В Новосибирске 18 октября без осадков, ветер переменный, слабый. В темное время суток ожидается -1,3, в дневные часы воздух прогреется до +6-8 градусов. В последующие дни без осадков, 19-го ночная температура -2,4, днем ожидается +5,7. 20-го в темное время суток за окном будет -1,3, днем температура воздуха составит 6,8 со знаком плюс. Спонсор прогноза погоды – магазин якутских унтов LA. Обувь на любые морозы, держите ноги в тепле. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. Желаю вам отличного дня!